Допомагати багатодітним сім'ям та намагатися вирішити нагальні проблеми. В Одесі відкрили третій всеукраїнський форум «Багатодітна сім'я України». Протягом місяця фахівці та представники влади спілкуватимуться з родинами, проводитимуть тренінги та майстер-класи. Організатори заходу впевнені, що відкритий діалог може покращити соціальне та економічне становище багатодітних сімей, а також посприяти покращенню демографічної ситуації в Україні. Те решения, те вопросы, они выносятся как бы, ну, на самый высокий уровень. И то, что можно, то, что вот на сегодняшний период можно, оно действительно решается. Многодетная семья – это та семья, которая хочет, чтобы дети развивались, дети учились. Это, конечно, гаджеты. То есть особенно это город как город, да, то есть, ну, понятно, что там тоже непросто, но в селах интернет, гаджеты, ну, это вообще очень тяжелый вопрос. Естественно, здравоохранение, потому что если заболевает сразу вся семья, они все равно не всегда дается, там, например, лекарства, да, то есть, как бы вполне обеспечить, то, естественно, это финансовые вопросы. В Одеському регіоні налічується понад 25 тисяч багатодітних сімей, які виховують близько 90 тисяч дітей. За декілька років представники та організатори форуму вже встигли добитися необхідних змін у законодавстві. У їхньому числі запровадження додаткового виду соціальних виплат. В рабочем, абсолютно рабочем, но конструктивном формате мы отработаем те механизмы, что от себя могут область сделать на уровне областной администрации, областного совета. И к нашему такому онлайн-режиму конструктивного диалога подключены все 91 ОТГ, которые также должны предусмотреть ряд мер по обеспечению прав и социальных гарантий многодетных семей, которые проживают у них в районе. В условиях децентрализации, которую не мы с вами выдумали, да, но мы с вами реализуем, мы должны определить тот инструментарий, где независимо от того, это ОТГ сельская, либо это городская территория, либо это областной центр, те социальные категории граждан, которым предусмотрены те или иные социальные выплаты и гарантии, должны их получать независимо от того, спроможно ОТГ, имеет сегодня какие-то финансовые сложности, имеет специалиста профильного или только на пути к тому, чтобы обеспечить такого специалиста трудовым местом, мы должны понимать, что мы закрываем этот вопрос. В ідеалі на 100%. Основна програма форуму відбудеться 17 та 18 грудня. Багатодітні сім'ї та громадські організації з усієї України матимуть змогу брати участь в обговоренні та вирішенні нагальних проблем.